Всем привет! Я в халате, только проснулись. Расческа? Расческу, давай найдем расческу дома. А, сегодня у нас суббота, выходной день. Класс вообще. Выспались. Ну, это очень надо, потому что не хватало сна во время болезни. Здесь, наверное, скорее всего, в ванной. Здесь нету. Вот, и сейчас время уже 12 часов дня. Самое то для нас. Вот. И с Тёмкой собрались пить чай. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы потихонечку восстанавливаемся. Артём, конечно, все эти дни температурил очень сильно. У него заново там поднялась температура. В общем, короче говоря, кашель. И сейчас, на данный момент, пока себя чувствует неплохо, но будем смотреть за ним, наблюдать, конечно же. Вот. Кстати, у меня гитара. Вчера играли на гитаре вечером. Вот, в общем, как-то вот так вот разрабатывали, так сказать, голос, потому что голоса вообще нету. Так, кошки тоже завтракают, господи, какая-то у меня нервная. Давай, ешь, ешь. Она любит, знаете, вот так вот подходит и плачет, просит, чтобы мы ее гладили, и она тогда может кушать хорошо, спокойно. Вот. Я, говорит, хочу есть, гладьте меня, пожалуйста, во время еды. В общем, как-то так. Все сыпется, это Гэби все сыпется здесь вечно. Доброе утро. Доброе утро, девушка. Так, а я пойду сейчас за травой, так как мне нужен чай. Нам нужна мята. И посмотрим, что творится с нашим огородом. Никто за ним не ухаживает, потому что все болеют в ужасном состоянии. Все, смотрите, мяты вообще нету. Шоколадная мята разрослась, побежала куда-то, побежала. Она растет, знаете, как получается шоколадная мята, она стелется таким ковром, поэтому она везде вот может сюда куда-нибудь зайти. Вот. И сейчас вот видите, как... В общем, ее надо всю убирать, смотреть. Я частично ее заваривала, пила, когда болела. Это вообще тоже уже бедненькая вся. Вот видите, она даже сюда побежала. Вот такая шоколадная. Это вообще не знаю, что такое у Артёма. Короче, это никто не смотрит. Там все завяло. Ягоды тоже. В общем, болеет человек. Огород у него простаивает, так сказать. Но укропчик время от времени, его не было уже. Начал расти, так что на салатик немножко есть. А вот здесь вот еще он мяту высадил. Наверное, я сейчас вот эту мяту возьму классную, сорву и заварю чай. Так, в общем, как-то так вот. Мяты нарвала немножечко. Вкусно пахнет. И вот шоколадная чуть-чуть такую более-менее нормальную нашла. Сейчас ее помою, сполосну и заварю чай. Мед, остатки роскоши, две малины. Девчонки оставили две малинки, тоже бросим в наш чай. И лимон надо будет еще. Лимончик. Так, что еще можно? Я думаю, имбирь надо было бы. Но имбирь не хочу с мятой. В общем, лучше такой сделаем чай. Чисто мяту с лимоном. Thank you.
Что, завтрак прошел, посидели немножко, посмотрели телевизор, побалдели. В общем, взяли сейчас с собой масочки, вот такие вот, смотрите, плотные такие маски. София в этот раз купила, просто очень плотные. Здесь еще что-то нашито такое. И едем с Тёмкой в больницу, потому что температура у него сохраняется трое суток, уже больше даже. Едем, посмотрим, что у него, да как, пусть послушает, посмотрит, потому что за ним надо наблюдать. Так, сегодня тепло, очень хорошо. У нас завелись муравьи снова, посмотрите. Домики строят везде. Надо теперь все поливать. Здесь какие-то камни, здесь Каролина ловила муравьев. В общем, живность. Так, гараж у меня открытый. Так, все, едем. Нашему доктору сейчас не попадешь. У нас вообще как бы страховка поменялась, и доктора будут меняться. Наши не останутся, они ушли что-то с этой системы, с которой там мы были. А теперь будем новых искать. И Артем пока еще доктора не подобрали. Да, здесь, кстати, это такая система. У тебя может быть свой праймари доктор, но чтобы ему попасть, это нужно за месяц. То есть заранее. Резко заболел, но шансов к нему попасть стремится к нулю. Поэтому мы сейчас едем в Urgent Care. А Urgent Care будет новенький. Он находится здесь рядом с нашим домом. Ну, на наш здесь новой плазе, где кафешечки всякие. Вот. Так что сейчас едем туда быстренько. Они сегодня до 7 работают. Время 4 часа дня. Очень все удобно. Очень. София там уже была. Сказала, все окей, нормально. Проверила уже, сходила туда. Как-то у нее там горло болело до этого. Так что едем. Так, вот он, Urgent Care. Налево нам. Все строят и строят у нас здесь. Все достраивают. Сейчас сюда вот зайдем. Что так уютненько здесь. У них здесь уже, видите, любовь. Уже все. День Святого Валентина. Пустота, никого нет. Люди все отдыхают, денег на пляже. А мы здесь сидим. Что здесь есть интересного? Ничего нет. Самое интересное, это мы, наверное. Да? Mm-hmm. В таких вот фиолетовых, сиреневых каких-то масочках. Новенькое, конечно, все прикольно. Когда все новенькое, люблю чистенькое. И светлое помещение, да? Ну, я им сразу говорю, там два мужика. Масочку надо снять. Я им сразу сказал, что я подозреваю, что у меня ковид. Так сразу так люди меняются. Да? Это как у меня было тогда в этом. В эмерджис со спиной. Я говорю, у меня ковид был месяц назад. И сразу ковид свалил. Помощнику выгнал, сам с маской уже пришел. Вот. Не, ну это правильно. Просто они с самого начала-то не спрашивают. Вот. А когда уже зашел, он говорил, он сначала без маски ходил, потом с маской пришел. Второй сразу с маской. Ну, в общем-то, тест взяли. Кислород замедлили, кстати, у них показывают 97. Да ладно. У нас дома 95, а у меня обычно показывают. А 94 там. Больше показывают, да. Ага. Вот, показывают 97, говорит, ну раз в 3,5 дня. Говорит, еще рано что-то делать, то есть карантин, сидеть дома дней 5, вот, обычно температура в среднем бывает дней 5. В среднем? Поэтому, да, и ну, он сразу говорит, я им говорю, что у меня был уже ковид, вот, тяжело проходил, это он говорит, ну, я сразу хочу сказать, что сейчас ковид не такой, какой был тогда. Ага. То есть сейчас, говорит, он намного легче, и, ну, просто... Ну, вот он, соответственно. Послушали они хотя бы? Тебя дотрагивались? Да, послушал, ничего не услышал, все нормально. А, то есть нормально, слава богу. Ага. Потом по поводу теста они сразу и на грипп взяли. Вдруг какой-то, да? Ага, сейчас, видимо. На ковид.
это ковид позитив тест, что угу. еще? Ну, глаз то, что меня режет, он меня так видать, капли выписал. А, это капельки. Просто где угодно купить можно. Угу. Так, нужно, не нужно, то есть это вопрос. А, что еще? Я ему сказал, говорю, просто я в прошлый раз поздно довольно-таки обратился, это, ну, в общем-то, он говорит, в общем, кер-то и не надо, если уже там, ну, ниже 92-93 опустится кислород и будет short breath, ну, вот этот, я не помню, как это, короткое дыхание, uh-huh. я даже когда-то в прошлый раз понял, как это выглядит, uh-huh. ну, как не одышка, что ли, ну, какой-то, короче, short breath они называют. И еще вариант, если будет в груди боль. Ага. Вот в этом случае, говорит, никакие не уроженки, а сразу в эмерженси ешь уже. А, все, окей. Ну, ага. Вот. А так, я говорю, ну, хорошо, а если, говорю, у меня 5 дней температура? Ну, в среднем, говорит, 5 дней. А если, говорю, 10 дней? Это, говорю, нормально температура будет? Он говорит, это не нормально, но если все нормально, но симптомы, это тоже может быть, потому что в среднем 5 дней. Это. Ну, ладно. Ну, в общем, вот такие у нас новости. Вот, едем домой. Короче, ладно, заразные едут домой. Будем сейчас смотреть Гарри Поттера. У нас мы все практически. Осталось сколько у нас там? Две части. Две части нам еще Гарри Поттера посмотреть. Так что мне вообще... опять нечего смотреть. Так что все идеально. В общем, мы себя займем чем-нибудь. Люди посоветуют что-нибудь посмотреть. Мы нам надо что-нибудь такое, знаете, фантастическое. Вот, то есть Гарри Поттера мы уже раз в 6 смотрели. Фантастические, и, кстати, твари мы тоже все пересмотрели. Да, кстати, чем хорош Гарри Поттер, что вот мы раз 6 или 8 его уже смотрели. И каждый раз мы смотрим, как будто первый раз, потому что вообще не помним, что было. Потому что мы смотрим во время коронавируса, наверное. Все стирается. Потом смотрели мы весь полностью сериал Stranger Things, да? Очень странные дела. Тоже все пересмотрели. Да, «Великолепный век». Они «Заразы» только снимают. «Великолепный век» вообще все. Не, ну это тот случай, когда достаточно одного раза. Вот когда депресняк, у нас «Великолепный век». Раз, все, это точно такое количество серий. Мы его смотрели несколько месяцев, наверное. И мы в этот момент, знаете, у нас депресняк, и мы нет, чтобы куда-нибудь съездить отдохнуть или устроить себе праздник. А мы вот хотим в Турцию в этот момент, сидим, смотрим «Великолепный век». У нас вообще вот так вот. Ой, конечно, да. Вот. Короче говоря. Так, Stranger Things, хороший сериал. Мы много чего пересмотрели, мы не знаем, бы такого вот что-то именно как Гарри Поттер, вот фэнтези такое, знаете, чтобы с детьми посмотреть тоже можно было, да? Вот. Что-нибудь такое. Какая-нибудь интересненькое что-нибудь. Ну ладно. Все, едем мы домой. В общем, такое видео сегодня. Увидимся с вами завтра. В общем, коронавирусные хроники. Продолжается. Всем пока. Пока.